Многое должны знать и уметь пожарные, бойцы огненного фронта. В пожарной части номер 6 города Вологды обычный учебный день. Тревога. Правда, сегодня это только тренировка. Но, к сожалению, бывает еще и так. Сигнал о пожаре поступил из старой части города. Вот чем может обернуться небрежное отношение к правилам пожарной безопасности. Ущербом народному хозяйству, несчастьем для десятков семей. На этот раз обошлось без человеческих жертв. А сколько жизней по стране уносят ежегодно пожары, вызванные простой беспечностью? Бросил спичку, не потушил сигарету. Пламя остановлено, но дело о пожаре не закончено. Теперь оно перешло в руки следователя. По чьей вине нанесен городу материальный ущерб, исчисляемый тысячами рублей? Беспечностью взрослых или шалостями детей и подростков? Напоминаем, будьте осторожны с огнем, особенно летом.